Друзья, всем привет! Мы на вечерней прогулке, выгулке. Ветер ломает. Ветерок сегодня был. Веток наломал. На улице прохладненько стало. И срывается такой маленький, легкий-легкий снежок. Вон там на котах его видно. Да, коты? Вот так, потягушечки. Так, раз, два. А где Сэмик? Сэмик. А, вон. Крадется через кусты. Нам не надо легких путей. Да, вот опять очередной день прошел. Сделал добрые дела. Запустил маме бойлер. Слава богу, теперь с горячей водой. А то сложно человеку 44-го года без каких-то удобств таскать эти, как их там, кастрюльки с водой теплой. Видите, снежочек уже немножко снег покрыл. Лед. О. Сейчас поеду встречу командировочную. Каких-то там вкусняшек понакупала. Ну, насколько возможно было. Основная цель поездки — убедиться, что действительно есть смысл кататься туда. Туда-назад 46 гривен. Ну, почему бы нет? А уже из услышанного я слышал разницу в цене на некоторые товары, продукты. Ну, товары, в основном продукты. Около 30%. Поэтому есть смысл. Да, Кисюня? Щелки растут уже, как у кота настоящего. Ух. Дрыхли сегодня весь день. Пуня Пипка кого-то побил и пришел домой с таким видом гордым. Да, не напоминает вот это, как распаковка как у каких-то там ништяков. То мама, помню, купила мне, мне было то ли 15 лет, то ли 16, по-моему. Она купила мне Командор одеколон. Помните, кто помнит, Дзинтерс фабрика была прибалтийская. И одеколон Командор. Как он пах! С ума сойти. До сих пор запах слышу, но пытался найти. Найти можно остатки по каким-то там ценам бешеным. Ну, не до такой степени фанат этого. Ну вот, я был рад до безумия, он стоил 16 рублей. Это немало было. Маша. Опа. Мы с полканом на границе. Че, пойдем? Где Сэмик? Сэмик где-то бродит. Не видать, куда-то побежал. В общем, друзья, всем здоровья, мира, благополучия. Остаемся на связи. Я в Славянске, вы со мной. Слава Богу. Иди сюда, собакин. Иди сюда. Иди. Иди, моя собака. Кожаный нос. Там вкусняшка тебе на завтра. Такой масел классный. Все, друзья. Всем всех благ, мира. Пока.